Эмоции просто великолепные. Первая победа уже, наверное, за полтора года на выезде. Так что выиграли. Всех поздравляю, болельщиков. Победу. Эмоции, конечно, большие. Выиграли такую важную игру против соперника, который, все знают, Россию очень тяжело выиграть здесь. Так что молодцы ребята и очень боролись сегодня, показали, что мы хорошая команда. Ну, если честно, давно таких эмоций не испытывал. Вот, сейчас очень было радостно после игры в раздевалке, эмоции переполняли. Я так понял, что давно на выезде команда «Арсенал» не выигрывала. Ребята сказали, что очень давно, поэтому, ну и тем более вдвойне приятно, если честно, выиграть именно здесь, в Грозном, потому что, ну, тяжело, здесь всегда тяжело. Только думали о победе, думали, что здесь надо зацепиться, чтобы отыграли хорошо и забрали очки. Так что не думали много, в какой гостинице мы спим или когда мы приезжаем, только было нужно на поле показать, что мы хорошая команда. В принципе, вкатываться всегда тяжело, когда ты на замену выходишь, нежели когда играешь в стартовом составе. Но я думаю, проблем никаких не было. Не знаю, увидел Джорджича, забросил, получилось хорошо. То отличная подача Анрия была, и вот я видел, что мяч идет, старался хорошо ударить, и ударил хорошо, полетело где надо. Сегодня не в лучшем состоянии, я думаю, Ахмат был, вот, поэтому мы сегодня грамотно играли в обороне. Вот, хорошо, что после пропущенного гола, когда 1-1 было, быстро сумели забить. Вот, какое бы судейство ни было, все равно смогли выиграть, поэтому я говорю, сейчас хочу поздравить всю команду, всех ребят, молодцы сегодня, бились, сражались. Всех болельщиков, кто был сегодня на стадионе, кто смотрел нас, хочу всех поздравить с победой. Старался не показать это на поле, старался, когда были моменты, думать, что если можно дать моему другу по команде мяч, тоже хотел помогать, так что спокойно, я доволен голом, доволен больше победам и стараемся сейчас продолжать то же самое. Духота на самом деле вообще была ужасная, но в принципе к концу там уже к 8 часам погода наладилась, день игры, дорога была сложная, но самое главное, мы выиграли. Как раз у моей мамы было сегодня день рождения, так что я ее поздравляю с днем рождения. Все сейчас очень рады, все довольны, но это эмоции, надо сейчас порадоваться. Вот, но через 4 дня уже игра с Амкаром дома, поэтому нужно дальше готовиться и обязательно брать очки дома с Амкаром. Каждую игру у нас болельщики придут смотреть и бодрить нас, так что в субботу мы понимаем, что надо выиграть, чтобы это 3 очка здесь, которые выиграли, было еще важно. Так что в субботу 3 очка, ждем болельщика и выиграем, наверное. КАМАЗ. Проверен временем, проверен дорогами.